Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для платья. Узор несложный. Вяжется он быстро из-за того, что он состоит из столбиков с двойным накидом. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 8 петель. Мы для примера наберем 17 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Держим петельку и набираем 4 воздушные петли подъема. И провязываем ряд. От той петли, которую держали, заходим в следующую. В общей сложности мы пропустили 5 петель. И провязываем ряд столбиками с двойным накидом в каждую петлю. Для новичков столбик с двойным накидом мы накрутили на крючок нить 2 раза, заходим в петлю, провязываем 1 столбик с накидом, 2 и 2 петли вместе. И у нас получился столбик с двойным накидом. И так вяжем до конца ряда. Провязала я до конца ряда столбиками с двумя накидами. Первый ряд связан. Начало второго ряда, 1 воздушная петля, переворачиваем работу, заходим в первую петлю или в первый столбик, кому как угодно. И вывязываем столбик без накида. 1. Теперь пропускаем 3 столбика, заходим в 4 и вывязываем 7 столбиков с двойным накидом из одной точки. 1. Двойной накид на крючок. 2. В 1 точку. 3. Двойной накид на крючок. 4. Двойной накид на крючок. 5. Двойной накид на крючок. 6. Двойной накид на крючок. 7. Мы с вами провязали 7 столбиков с двойным накидом из одной точки. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в 4 и вывязываем столбик без накида. Мы привязали этот элемент к полотну, чтобы он у нас не болтался. Пропускаем 3 столбика, заходим в 4, делаем двойной накид на крючок и вывязываем элемент из 7 столбиков с двойным накидом из одной точки. 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик, 6 столбик, 7. 7 столбиков с двойным накидом из одной точки. В конце ряда в четвертую петлю подъема мы вывязываем столбик без накида. Привязали элемент, у нас больше ничего не болтается. Мы с вами связали 2 ряд. Начало 3 ряда у нас 4 воздушные петли подъема и плюс 3 воздушные петли по рисунку. Переворачиваем работу. Находим в этом большом элементе 4 столбик и привязываемся к нему столбиком без накида. 1. Привязались. 3 воздушные петли. Находим столбик без накида предыдущего ряда. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. Вот так. 3.
воздушные петли, находим четвертый столбик в элементе следующем и провязываем в него столбик без накида. 1, 3 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в первую петлю подъема в конце ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда по схеме — это у нас первый ряд. Смотрите схему. Мы набрали 4 воздушные петли. Это начало четвертого ряда. Переворачиваем работу, заходим, делаем двойной накид на крючок, заходим в арочку, и в нее мы провязываем по схеме 3 столбика с двойным накидом под арочку. 2, 3. Теперь мы находим, делаем двойной накид на крючок, находим столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем в него столбик с двойным накидом. У нас получается такая вот красота. Далее в следующую арочку мы провязываем еще 3 столбика с двойным накидом. 1, 2, 3. Провязали. Двойной накид на крючок, заходим в столбик с двойным накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Делаем двойной накид на крючок, заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с двойным накидом из одной арочки. 2, 3. Делаем двойной накид на крючок, заходим в столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок, заходим в следующую арочку и вывязываем 3 столбика с двойным накидом из одной арочки. 2, 3. И в четвертую петлю подъема делаем двойной накид на крючок. Заходим в четвертую петлю подъема и вывязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали четвертый ряд. Здесь у нас, посмотрите, мы здесь постоянно заходили в последнюю петлю подъема. У нас край ровный. И здесь у нас край ровный. Следующий ряд будет второй. 1 воздушная. Переворачиваем работу и вяжем второй ряд. Это у нас лицевая сторона нашего образца, а это изнанка. Изнанка у нас определяется по низу изделия. Здесь она выйдет симпатичная, такой вот косичка красивая, а здесь у нас некрасивый край. Это изнанка. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание будет находиться в конце видео, будет заставочка. Также можно будет найти в группе ВКонтакте, ссылка будет под видео. А всем пока-пока!